Итак, кузов поставили на КАМАЗ Шапе 20 2011 года. После полного капитального ремонта цена 2300. Полностью был на бескамерке, но Юра захотел, чтобы сзади была камерка. Поставили второй бак. Коробка ZF-16, двигатель Евро-2, 360 лошадей. Кузов 170 тысяч. В итоге, все округляя, со вторым баком получается цена 2500 за бортовой кузов, за машину. С переоборудованием. Юр, посмотри! А там смотри, с той стороны. Простенькие. Ну, хорошо. Это он зимой там заебется, да? Да, хорошо, хорошо. Вот поэтому, пока документы будем ждать, будем полностью, ну, чтобы он сам, Юра, покатался, проверил, чтобы, если что-то, какие-то моменты, сразу здесь устранять. У нас сегодня пятница, вот до вторника время еще как бы нормально получится обкатать, как минимум километров 100, а лучше 200. После капиталки, чтоб целый день поработал еще. Братья Сахалар рядом идут. Сейчас выпустим пропуск. Здесь мы ставили кузов. Юра, ты почему за руль не сел?
Я на городе как-то. Чего нету? Непривычно. Непривычно? Вот еще движение такое, непонятное. Ну наоборот, для разнообразия клево будет. Ты второй руль возьми. Скажи. Давай сфоткаемся, давай. Не, держи так, давай. Давай. Я тебе ключ отдал. От чего? А я же, они у меня и были. Все, ага, открыл. Ах. Это обгон. Юра сидит. Юра обгоняли. Обогнали. Все. Надо. Ох, кто нас обгоняет? Кто это? Кто это? Юра опять обгоняет. Ох, шустрый. Черный бумер остается позади. Давай, газуй. Постой идет. Юра, спидометр. Вообще на штрафы по барабану, смотри-ка. Озвучивает Ромка. Красавчик, конечно, красавчик. Город Набережные Челны. Юрка машин этого, Юрка. Половьёб Юрий Афанасьевич. Ну, вообще, весь сдал его. С потрохами, со всеми паспортными данными. Вот. Город Казань едем. Обкатка машины. Обкатка машины. 240 километров туда, 200 километров обратно. Да. О, мост. Ола, Скания тоже тут едет. О, машина Дегасты, Дегасты. Да. Я тебе понял, сообщение мое, мне вездеход было. Вездеход, сообщение, ты куда нас спать там было? Я, конечно, догадываюсь. По 120 идет эта машина, минимум. Да? А то. Ну, у меня вездеход сколько? 90 км в час максимум. Это твой сагак, который был до этого, да, Мишина?